Приветище! Это симулятор гуся, и мы продолжаем надоедать человеком. И значит так, в прошлый раз мы выбесили фермера, выполнили все задания из моего списка. Да-да-да, угощаюсь, крутой список. Так, я тебе сейчас даже покажу. Вот, вот такой вот список, мы его полностью весь перечеркали, значит мы его сделали. Теперь у нас дело новое. Сломать метлу, запереть сопляка в телефонной будке. Ух ты, нифига, вот этот вот, смотри, вот этот вот сопляк. Сейчас мы его погакаем. Здорово! Он нас боится. Сейчас за жопу ущипну, эй! Блин, жалко, нельзя. А, шнурки можно развязать. Крути. Разложился паренек. Очки, 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 очки. Очки берем. Прощай! Прощай, теперь ты за мной беги. Забавно. Значит, где тут телефонная будка? Вот она, по-моему, это она. А, как ее открыть? Подожди. Как открыть телефонную будку? Вот это проблемка. Я слишком маленький для этого. Надо кого-то попросить, чтобы ее открыли. Ладно, брошу очки здесь. Потом разберемся. Короче, надо сломать метлу. Метелочка, метелочка. Вот, я вижу метлу. А здесь вредная тетка. Я успею стырить метлу? Метелка? Нет, я ее отсюда вытащить не могу, к сожалению. Возможно... А, вот эту метелку, которая у нее в руках. Нехорошо, не вопрос. Тетка очень шальная. Может нас нормально так отдубасить. Но мы покажем, где Кузькины гуси живут. Та-та-та-та-та. Оставь, пожалуйста, метелку в покое. Тут чистенько. Не, она нас вообще не реагирует. Вот, она поставила метелку. Последим за ней. Она пошла за скотчем. А мы такие подбегаем. Хопа. Тырим, значит, метелочку. И теперь думаем, как бы ее сломать. Метелку пока оставим здесь. Надеюсь, ее не найдет та ужасная старушенца, которая гоняла ею. А мы тут пошаримся, посмотрим, чем ли мы можем тут еще поживиться. Давай посмотрим список заданий. Так, заставить сопляка надеть не те очки. Вот для чего нужно было их украсть. Заставить кого-нибудь выкупить свои вещи. Попасть на ГВ. Что такое ГВ? На Гавайи. Сходить в магазин и положить в корзину зубную щетку, туалетную бумагу, щетку-расческу, консервы, очиститель, фрукты и овощи. Вот для чего корзина-то нужна была. Значит, бежим сюда. Кря-кря-кря. А где, кстати, очки можно найти? Может быть, у этой бабушки есть? Значит, берем корзиночку, оттаскиваем ее сюда. Вот так вот. И сейчас пойдем шопиться. Значит, щетки... Зубные и щетки расчесывательные. Щеточки, ну где же вы? Ты видишь щетки? Я не вижу. Вот туалетную бумагу я вижу. Сейчас попробуем ее взять. Вот, отлично. Красава! Оп-оп-оп-оп-оп. Ладно. Только не бей. Ты суровая тетка. Надеюсь, корзину она не запалила, да? Ладно, момент настал. Мы можем пробежаться вот здесь. Вот уверен, что тут есть где-нибудь очиститель. Очиститель, очиститель, очиститель. Вот это вот что такое? Это очиститель? Возможно, но не точно. Сейчас мы это узнаем. Момент X. Кладем в корзинку. И это нифига не очиститель. Блин, надо его вытащить. Место только занимает. Ладно. Пойдем еще раз попробуем стырить туалетную бумаженцию. Бабушки тут нету. Бежим. Спицы на деле. Кладем, значит, туалетную бумажку. Ничего. А, вот, смотри, очиститель засчитали. Ну ништяк. Все-таки это был очиститель. Я вижу фрукты. И вижу препятствия. Вот если я аккуратненько сейчас подойду и возьму вот тут вот. Это что, это лук, по-моему, да? Потащили его. Ничего. Вот так вот, кладу. Засчитано. Фрукты и овощи, засчитано. Осталось консервы, щетка, расческа и зубная щетка. Пойдем поглядяк им, где можно поживиться. Щетку, расческу я вижу. Вон она лежит. Надеюсь, нас не запалят. Блин, спалили. Расческу взял, метлы-то нету. Гонять-то нечем. Блин, расческу потерял. Нет, нашел. Бежим, не в ту сторону бежим. А на щетку метелку там найдет. Кря-кря-кря. Не догонишь, ты гуся. Что-то мы далековато куда-то бежим. Где мы... Ух ты, рации тут есть, прикольненько. Прикольненько. Застрял. Кругля наворачиваем, бабусь. Наворачиваем. Бежим.
Вот этот смогу пробежать? Смогу. Ху, бабка застряла. Спринтуем. Все, кажется, оторвались. Ништяк. Вот это я. Ай да я, красавчик. Сейчас мы щетку положим, значит, в нашу корзиночку. Вот так вот. Засчитали? Засчитали. Зубная щетка осталась. И, между прочим, пока я тут искал чего-нибудь, я нашел, смотри, очки. Можно мне какие-нибудь другие взять? Вон те вот, вот эти вот розовенькие или черненькие, солнечные. Так, это мне не надо. Мне надо вон те. О! Вот эти очки сейчас пацаненку дадим, он будет вообще на стали. Крутяцко будет ему. Сон-то, правда, не будет видеть, но ничего. Он и так все равно ничего не видит. Пацанчик, смотри, очки какие крутые. Держи. Вот они, вот они. Он настолько слепошар, что даже не видит, какие очки. Можно шнурки тебе развязать? Опа. Заставить сопляка надеть не те очки, ништяк. Еще и шнурки ему развязал. Че, бабка, как дела? Че, раунд номер 5. Кто кого? Зубные щеточки у тебя есть, а? Мне вот срочно нужна зубная щетка. Я думаю, что у нее тут нет зубной щетки. Бабусь, ты зубную щетку продаешь, а? Срочно нужно. Как же мне сломать метлу? Потаскаем. А может быть, пацанчик об нее споткнется, а? Уже ни шиша не видит. Сейчас попробуем. Давай, пацанчик. Да блин, он меня отгоняет. Оп-оп-оп, смотри-ка, смотри-ка. Сейчас она потянет, и я такой... А нет, не получилось. А давай поглядим, что в мусорном баке. Нюхай. Опачки, там что-то интересненькое. И значит, надо крышечку здесь вот, вот так вот убрать. Вот, куда-нибудь выкинуть ее, я здесь. Так, ладно, с крышкой разобрались. Объедки какие-то. Ну, в принципе, я ни на что и рассчитывал. А что там за палочки лежат? Смотри, зубная щетка. Вот где ее спрятали. В мусорке. А на кой черт мне мусорная зубная щетка? Ну ладно. С одной задачей мы сейчас с тобой управимся. Кидаем ее сюда. Опс, промазал. Вот так вот. Все. Зубная щетка есть. Все в корзине есть, кроме консервы. Нужно найти консерву теперь. Консервы, консервы, консервы. Где же есть консервы? О, может быть, тут можно отключить радио? Точняк, можно. А вот и консервы-то, блин, они ж тут вот на полочке лежат. А я туплю. Мы сейчас с другой стороны попробуем их забрать. О, кстати, мячик. Значит так, аккуратненько прокрадываемся. Дырим консервную банку. Бежим, 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 бежим. Не сюда бежим. Ай-а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 й. Ай-ай-ай-ай-ай. Где метелка-то? Метелка-то где? Бабусь, я здесь. Беги за мной, в ту сторону нельзя. Потому что там мой склад. Так-так-так, консервная банка должна валяться там. Бабушка ее не захонычила. Вроде бы как, а вроде бы и захонычила. Блин, черт подери. А нет, она пошла, смотри, искать консерву. А консерва-то вон она, вон она, вон она. Ай, она запалила лук. Иди сюда, бабуль, за мной. Вот твоя консерва. Так, ладно, я пока тут потущу. Бежим, 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 бежим. Выбегаем. И вроде бабка забыла про консерву, пока я возвращала свою метелку. И это хорошо. Обходим это все. Слышишь, сопляк, отошел от моей корзины, это все мое. Ты как пес. Сейчас дую тебя. Все. Сходить в магазин получилось. Ура. Что дальше по списку? Сломать метлу, не знаю как. Попасть на ГВ. Что такое ГВ, блин? Бабка запалила корзину, но уже все равно. Я выполнил свое задание. Пойдем костырим кассовый аппарат. Опа. Он нам очень нужен. Отстань, бабка. Отстань, это мой кассовый аппарат. Я бизнесмен гусиный. Как же мой малый бизнес? Ты загубила его, женщина. Ужас. И так 2020 выдался, не ахти. И ты еще подгадил мне тут. Поэтому я забираю у тебя швабру. В качестве процентов. У нас тут перетягивание метлы. О! Нифига себе! Получилось сломать метлу. Короче, есть идея, как его запереть. Он же боится меня. Сейчас я буду его гнать в этот. В телефонную будку. А ну стой! В телефонную будку, быстро! Давай помчали! Гони! А то сейчас за жопу кушу. А ну-ка, заходи туда. Срочно! Давай, 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 давай. Пошел, 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 пошел. Красава! Красава. Запереть сопляка в телефонной будке. Даже бабуся его прибежала. Ты чё, копом звонишь? Ты офигел? Оп-оп-оп-оп, смотри, 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 что происходит.
Походу, я сейчас смогу попасть в этот магаз. Он выбегает. И что ты хочешь сделать? А я сюда захожу. Хо-хо-хо, я внутри, я здесь. А что здесь можно стрелять? Вон, переключатель, смотри, есть какой-то. Опс. Я все сломал. Попасть на на ТВ попасть. Вон оно что. Не ГВ это было, а ТВ. Смотри, вон он я. Реально попал на ТВ. Прикольно. Так, что там по списку осталось? О, доп. Задание появилось. Запереть продавщицу в гараже. Фига себе, вот это ништяк задание. И заставить кого-нибудь еще выкупить свои вещи. Как это сделать? Как это осуществить? Надо придумать коварный план. Опа! Нифига себе. Она нарисовала знак типа гусям здесь не рады. Где тут гаражик-то был? Вот, по-моему, гараж. Я могу его открыть? Гараж открыли. Гараж открыли. Ништяк. Теперь нужно как-то сюда загнать продавщицу и дернуть вот за эту ленточку. Так, погнали. Сейчас попробую это осуществить. Кря-кря-кря. Надо что-то стырить. А, вот смотри, например. Вот я беру. Бегу сюда. Кладу здесь. Ай-яй-яй, назад, быстрее. Не успел. А, получилось. По башке ей прилетело и... Я ее запер же. Получилось? Запереть продавщицу в гараже. Я же ее запер. Вот. Теперь точно получилось. Ништяк. Теперь я здесь хозяин. Я здесь торгую. Как бы теперь продать вещи? Вот тут есть вещи. И нужно продать. О, смотри, продавщица вышла. Как она... Через заднюю дверь вот эту вот. Вон оно что. Через свою квартирку вышла. Так, ну мы еще здесь не закончили, чтобы идти туда. Подождите-ка минуточку. Нам нужно кому-то продать вещи. Как это сделать? О, кстати, мелок можно стащить? Можно. Прикольно. Пошли. Слушай, а может быть самолетик? Пацану нравится самолетик. Как? Как бы сделать так, чтобы мы вот так вот на прилавок положили сюда самолетик? Бабуль, самолетик! Продай ему самолетик! По-братски! Короче, он пошел играть в мяч. Мы тырим самолетик. И нам нужно положить его к игрушкам. То есть вот сюда. Вот так вот его кладем. Блин, не получилось. Сейчас, я это сделаю. Да выкинь ты нормально его. Вот так вот. По красоте он там лег, да? Вообще четко. Пацанчик, иди. Зубную щетку не забрали. Эх, ну и хорошо, буду я чистить, значит. Иди ищи свой самолетик. Где твой самолетик? Иди к бабке, иди купи его. Блин, а как бабка продаст ему самолетик, если я спер кассовый аппарат? Черт! Я не предусмотрел этот момент. Надо притарабанить сюда кассовый аппарат. Кассовый аппарат. Все ради своего благополучия. Пошли, короче, это. Пошли. В магазин. Вон он твой самолетик. Иди его покупай. Так. Бабуля! Продай ему самолет. Бабуля, ты где? Давайте шустрее там решайте вопросы свои финансовые, а? Вот она, бабуля, наконец пришла. Видимо, в туалет ходила. Бабуля такая в шоке, откуда у меня самолет? Пацан пытается ей доказать, что это его самолетик, но она такая говорит, не, не шиша, он у меня был уже 100 лет в обед, поэтому я его тебе только продам, отдавать ничего не собираюсь. Короче, развела пацана, при помощи меня еще и заработать умудрился. Еще и выгоняет меня, ты посмотри, а. Вот старуха-то, а. Даже не поблагодарила. Короче, у нас все задания выполнены здесь, можно чесать дальше. Гудбай, бабуля. Ой, здесь вот проходик. И куда мы выйдем? Что нас здесь ждет? Гусь-спецназовец. Готов ко всему. Можно направо пойти? Нет, нельзя. Только налево. Чисто гусиный подход. Все время налево. А теперь направо. Но можно пройти и прямо. Короче, сбегал я прямо. Там у нас ничего интересного. Мы вышли обратно к дедушке-фермеру. Так что бежим теперь направо. Посмотрим, что нас ждет здесь. Так. Опачки! Тут у нас в заборе есть пробоина. Ууу, да!
Ой, кажется, я забор сломал. Блин, ну ладно, не страшно, люди починят. У них есть руки. Ну вот мы и попали на чью-то грядку. Ой, ой-ой-ой. Здрасте. Здрасте, месье. Я пришел поиграть вот в эту игру. Черт, я не умею играть в эту игру. О чем это я? Какие красивые розы, я ваш садовник. Миссис и мистер, я не знаю, как вас звать. Так, 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 мне, наверное, надо попасть в дом. Я могу попасть в дом? Нет, ручку дергать я не могу. А как насчет стырить у них этот замечательный коврик? Нет, я его стырить не могу, к сожалению. Эх, и что нам тут делать? Дай посмотрим по заданиям. Заставить кого-нибудь разбить красивую вазу. О, это я вообще могу. Помочь женщине нарядить бюст. Угу. Заставить человека пролить чай. Нарядиться в ленточку. В кого? Ленточку? Я правильно прочитал? Это как? Нарядиться в ленточку. Ну ладно. Заставить человека ходить босиком и устроить стирку. Вообще в легкую. Но это, я думаю, мы будем делать уже с тобой в следующей серии. А на сегодня это все. Гусь устал, пора баньки. Если тебе понравилась эта игруха, то с тебя лайкос, подписчик, если ты еще не подписан. И пока. Увидимся в следующем видео.